Sonic Boom. Легенда о Махфуте. Наконец я нашел отличное место для сна. Плюс ешь ягоды, и сколько влезет. Есть странные ягоды, это здорово, но ты не боишься Махфута? Вы не знаете, кто такой Махфут? Конечно, знаем, но лишний раз напомнить не повредит. По легенде, он блуждает в этих джунглях. Болотный монстр, покрытый лианами, оставляющий мшистые следы везде, где появляется. Я не позволю суеверным бредням Стикс испортить мне веселье. Кто со мной? Всю ночь наблюдает, как звезды медленно ползут по небу. Что, никому не интересно мое исследование? Ну ладно, если открою новую звезду, назову ее в свою честь. Мшистые следы. Махфут существует? Я должен был догадаться, что он появится после рассказа Стикс. Это прорыв в науке. Недостающее звено между животным и первобытным животным. Почему ты в клоунском гриме? Да? А ты почему? Я пришел рассказать вам. Махфут настоящий! Всегда подозревал, что Махфут — мутная непонятная масса. По-моему, убедительно. Махфутомания накрыла деревню. Все благодаря открытию Лиса Тейлза. Он больше не на вторых ролях. Молодец, друг. Я горжусь тобой. Смотри, какая очередь к музею Махфута, чтобы увидеть мои фото. Не сомневайся, я не стану злоупотреблять своим открытием. Тейлз! Мы снимаем реалити-шоу «Охотники за Махфутом». Как тебе название? Фокус-группа придумала. Короче, Томми Фандер хочет, чтобы ты был в шоу. Да, зрители, этот храбрый лис рисковал жизнью, чтобы сфотографировать Махфута. Безумный зверь схватил его и раскрыл свирепую пасть, обнажив свои стальные зубы. Вы ведь знаете, что этого не было. Это же шоу, малыш. Поверь Томми, зрителям это понравится. О, смотри! Вон оно, редкое величественное существо. Выстрелю в него из лука. Вы наблюдали ближайший зафиксированный контакт с Махфутом благодаря Томми Фандеру и величайшему охотнику на монстров Лису Тейлзу. Смотрите, это Тейлз! Молодец, Тейлз! Я уже не знаю, что о тебе и думать! Ты обманываешь этих простаков! Томми Фандер все объяснил. Оказывается, на телевидении врать можно. А с тобой что? Безумие! Не обижайся. Я проснулся с ожогом на плече. Наверное, сгорел под луной. Это бессмыслица. Сейчас не сезон. Наверняка его обожгла стрела Томми. Наклз! Махфут! Нет, есть логическое объяснение. В данном случае в лесу бродит мифическое чудовище, а Наклз получил никак не связанную с этим лунную травму. Ладно, проверим. Когда я раздам автографы? Отключился, я же говорил. Едва Наклз поест этих ягод, сразу засыпает. Похоже, они вызывают лунатизм.
это самые многолюдные глухие джунгли. Это я виноват. Но уверен, мохфутомания скоро пройдет. Объявляю сегодняшний день днем Макфута. Поприветствуйте нашего старшего мохфутолога Тейлза. Я тебя не выдам, так как знаю, что ты поступишь правильно. Мы тобой гордимся. Они так быстро растут. Ты крут, дружище! Мистер, когда я вырасту, хочу быть ученым, как вы. Дамы и господа, это нелегко, но на основе последних исследований могу с уверенностью заявить, что Мохфут... ...на 100% настоящий! Эти люди одержимы Мохфутом. Думаете, пора подтянуться? Кого я спрашиваю? Прежде чем ты что-то скажешь, я сделал это во благо. Мохфут так много значит для деревни. Поддерживать легенду о нем мой способ быть героем. Так ты у нас герой. Из-за вранья. Это преступление без жертв. А как же жители, ведущиеся на эту фальшивку? Ладно, без жертв, не считая жертв. Подходите, подходите! Узрите диво, какого еще не видели! Он сдернул штору одним рывком. Впечатляет. За маленькую плату вы можете сфотографироваться с Мохфутом, а за большую сохранить фото. Но торопитесь, скоро я увезу зверя в мировое турне! О, нет! Мохфут Наклз, и он у Баркера! Это я виноват! Ну, наконец. История личного пути Тейлза пришла к логической развязке. Кто со мной за пиццей? А как же Наклз? А, да. Сначала нужно его спасти. Но я закажу. Как раз успеют перевезти. Как я попал в клетку? Я запер с Мохфутом! Более симпатичный брат Мохфута. Я окружен. С дороги! Меня ждут 10 городов, полных глупцов, мечтающих отдать денежки, чтобы увидеть Мохфута. Но это Наклз! Конечно, Наклз, мошенника не обманешь. Я могу отличить ехидну, покрытую грязью. Но эти наивные глупцы нет. Они дорого заплатят, чтобы поглазить на это существо. Медведи, избавьтесь от этих надоедливых бездельников. Думаешь, пара дрессированных медведей нас остановит? Обязательно задавать риторические вопросы. Такое оружие! Забавная история. Хотел отдохнуть от злодейства и воплотить свою детскую мечту сбежать с цирком. Вот почему ты слонялся в клоунском гриме по джунглям ночью. Нет, это другое. Как по мне, ты всегда был клоуном. Что ж, ха-ха-ха! Грим, будто я улыбаюсь, но это не так. Ай! Фу! Эй, конечно! Соник, скорми их злодеям! Держи! И тебя! Вот, ну! Жители, внимание! У меня важное сообщение! Да! Да! Так что я больше не герой. Ну, не знаю. Признаться было нелегко, но ты поступил правильно. В конце концов. Так я Мохфут, но превращаюсь в Наклза?
Я ехидный оборотень! Озвучено по заказу АО «Первый канал. Всемирная сеть». Sonic Boom. Возвращение в Дом Дружбы. Соника зовут героем за то, что может победить его? Да я одолею это ничтожество с помощью третьей своей армии! Но назовут ли героем меня? Нет! Мне нужен свой механический костюм, чтобы показать этим неудачникам, как хрупко их бессмысленное существование! Дружище, жуть! Прости, я еще не выпил кофе. Я всегда становлюсь таким капризным. Посмотрите, отражательная заслонка, захватные лучи, лазеры, стеклоподъемники. Это моя симфония номер 9. Нет заряда? Но я же его зарядил. Видимо, все эти элементы слишком много едят. Думаю, дело в стеклоподъемниках. Позвольте предложить кое-что убрать. Позволь предложить убрать твою голову. Эггман выглядит грустным. Может, его выбрали присяжным? Я с ним поговорю. Наши отношения с Эггманом так запутаны. Правда? По-моему, взрослые люди и животные-подростки всегда так общаются. В чем дело, Эггман? Да как обычно. Построил лучший механический костюм и не могу найти достаточно мощный источник энергии. Хотела бы помочь, но поскольку ты строишь его, чтобы уничтожить нас, не думаю, что это в моих интересах. Но может, поговорить с кем-то еще? Я что, вдруг столкнусь с тем, кто понимает плюсы и минусы механического костюма? Надоело, что Соник всегда побеждает. И не говори, словно нам нельзя победить. Как будто где-то есть четкие указания. Да, мой костюм побеждал бы всегда, если бы я добрался до кристалла Тамель. Там чего? Легендарный кристалл Тамель, способный зарядить любой механический костюм. Считается, что он зарыт в катакомбах под Домом Дружбы, так что... Ладно. Сожалею. Извини, мне нужно забрать кое-что совсем не похоже на кристалл Тамель. Вроде картошки. Не ходи за мной. Внимание! Входящий магнитный пульсатор. Повреждение искусственного интеллекта неизбежно. Я буду видеть сны. Оча! Оча! Отлично, недоумки. О, великий древний киборг-кентавр, пощади наши ничтожные жизни! Ладно, я не стану вас уничтожать, но вы должны поклясться верно служить мне. Договорились. А теперь, согласно нашим обычаям, мы отполируем твой славный металлический нос. Не нужно, мой металлический нос и так блестит. Что мне действительно нужно, так это то, чтобы вы нашли легендарный кристалл Тамель, зарытый в глубинах этой пещеры. Это тяжелая работа. Мне плевать, как вы это сделаете. Это все, что мне нужно. О, и крутой плащ. И еще шляпа. В
Соник, признай, мы заблудились. Поверь, я знаю, куда идти. Стоп, это деревня Гогоба. Ладно, не стоило мне верить. Разделимся, пока Гогоба не заставили нас что-нибудь делать. Странно, как будто никого нет. Кроме меня. Но я не в счет. Пустое место — мое второе имя. Я бы его изменил, но окружного секретаря забрали фроглодиты, как и всех остальных. Какой кошмар! Я справлюсь. Уверен, мои друзья и родственники в восторге от того, что их похитили и заставили работать в каменоломнях. Буду наслаждаться тишиной, пока все, что создала моя цивилизация, уничтожает время. Ладно, ясно. Мы спасем их и вернем домой. Говорил же. Молот такой тяжелый. Поэтому это делаешь ты, а не я. А камни так тяжело разбить? Ну, конечно, тяжело! Это же камни! Можно задать вопрос? Нет! Откуда мне было знать? Это вопрос! Вы худшие работники! Охрана! Взять их! Обоих? Да! Взять обоих! Я лишь хотел узнать, нужно ли заполнять рабочий листок. Рабочий листок! Что непонятного в словах? Вечная служба! Ну, как идут раскопки? Эти Гогоба вообще ни на что не способны. Ну, кто-то должен выкопать мой кристалл. Либо они, либо вы. Хорошо. За работу! У нас перерыв. Перерыв! Мы попытались, бедные Гогоба. Ты что? Мы должны спасти их. Знаю. Почему виноград стал кокосом? Владыка металла нос. Кристалл Тамель в зоне досягаемости. Когда заполучу его, моя мощь станет безграничной. Кажется, пора старине Сонику вмешаться. Мы справимся, если тут нет ловушек. Отличный ход. А, я ж Соник. Шпионишь за мной, как обычно? Взять их! Эй, осторожно! Он не застрахован, когда в чужих руках. Эй, я нашел кристалл. О да, порадуй меня. Нужно что-то делать. Если я уговорю Гогоба отдать мне молот, я смогу нас вытащить. Придется применить реверсивную психологию. Хорошая мысль. Когда ты говоришь, я всегда хочу сделать наоборот. Но это скорее моя проблема. Не верится, какой ты сильный. Спорим, я не смогу даже поднять этот молот. Ха, ерунда. Женское равноправие и все такое. Вперед, юная леди. Эй, ты не волшебный летающий образ правителя. Ты такой же, как мы. Пора создавать хаос. Да здравствует король! Теперь мы деремся со вкусом. Thank you.
Захватные лучи! Ой! Прощай, Соник! Видимо, проиграем вместе в лучах славы. Где кнопка самоуничтожения? Да, стеклоподъемники лишние. Оча! Оча! Нет, хватит! Разве вы не видите? Смотрите, как легко этому человеку удалось вас обмануть! Вам нужно развивать критическое мышление, а не почитать фальшивых правителей. Он прав! Поклоняйтесь! Оча! 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 Стоп! Мы забыли шутку! Озвучено по заказу АО «Первый канал. Всемирная сеть».